Battle in the Mix. Может, не будешь снимать? Не будешь выебываться? А может, вы не будете нецензурно выражаться? Как вас зовут? Альфред меня зовут. Меня зовут Ислам. Ислам. Ну посмотри на него. Что, издеваешься, что ли? А что случилось? Улыбка у тебя ебанут. Ислам, объясни, человек. Сейчас приедут оттуда, ребят, заберут тебя в отделение, напишут заявление. По поводу вот так стоишь за то, что улыбаешься. А я у себя на работе. Я сейчас объясняю. Есть два варианта развития событий. Давай. Либо вы вот отсюда и заканчивая концом убираете все вообще. Наполовину. Не, вообще, чтобы их видно даже не было. Да. Они не должны на дороге стоять, да? Либо я их увожу сам. Я их положу в багажник и увезу. Раз ты так решил, я все убираю. Хорошо. Я у вас телефон беру. Да. Возьми палку все. Убери вот так и сделай. После. Вечер добрый, федеральный проект Stop Hump. Вы стоите на пересечении трех тактильных плит на тротуаре под знаком. Ну. Что, ну? Тут нельзя стоять. Перепаркуйтесь, пожалуйста. Вот так делаем. Так нету, не проблема. Ну отъезжайте. Как себя ведете? Как так? Мы вас попросили. Могли бы ли вы убрать свою машину? Сука, блядь. А что на меня все люди смотрят? Люди смотрят, потому что вы встали вон. Затрудняет передвижение. Мы пока общаемся, мы не хотим клеить. Они не могут пройти из-за вас. Какие документы? Вы сотрудник? Да, вряд ли. Да. Нет, давайте так вопрос посмотрим. Вы уберете или нет? Не души. Вот так вот. Вы не отъехали. Не надо клеить. Подожди секундочку, секундочку. Вы отъедете? Я отъеду. Сейчас. Клей. Так все, надо было отъехать. Если вам не сложно, вы могли бы буквально на 30 сантиметров отъехать? Спасибо большое за внимание. Добрый день, федеральный проект Stop Hump. Я хотел уехать. Не, можно просто немножко съехать, чтобы людям проходить. Просто видите, здесь не пройдет. Спасибо за внимание. Ну что, вечер добрый, федеральный проект Stop Hump. А, вы стоите вторым рядом. 5 минут? Давай, сейчас 41, 44 мы подойдем. Вам даже 2 минуты дали 40. На втором ряду вы стоите и ждете. Да где угодно, нельзя вторым рядом стоять. Вы знаете? Вы же прекрасно знаете лучше меня. Вы же в такси работаете. Да? Что? Что слышать, блядь? Не легче было отъехать? Нахуй пошел. Максимум, что я могу сделать, это попросить вежливо и наклеить наклейку. Я даже две наклею. Тихо, подожди.
Может, не будешь снимать? Не будешь выебываться? А может, вы не будете нецензурно выражаться? Как вас зовут? Альфред меня зовут. Меня зовут Ислам. Ислам. Ну посмотри на него. Что, издеваешься, что ли? А что случилось? Улыбка у тебя ебанут. Ислам, объясни человеку. Сейчас приедут оттуда, ребят, заберут тебя в отделение, напишут заявление. По поводу. По поводу. По поводу вот так стоишь за то, что улыбаешься. А я у себя на работе. Я же объясняю. Есть два варианта развития событий. Давай. Либо вы вот отсюда и заканчивая концом убираете все вообще. Наполовину. Не, вообще, чтобы их видно даже не было. Да. Они не должны на дороге стоять, да? Либо я их увожу сам. Я их положу в багажник и увезу. Раз ты так решил, я все убираю. Хорошо. Я у вас